Приветствую вас, друзья, на канале Webplay. Меня зовут Владимир, и сегодня мы продолжаем игрушку под названием Surviving the Aftermath. Шестое обновление «Враждебный мир». Всем приятного просмотра, друзья. Итак, друзья. Как вы помните, в прошлый раз мы закончили довольно-таки неплохо. Мы разобрались с механикой этих, блин, противных зверюшек. Мы набрали некоторое количество опыта. Мы отбили уже первую атаку рейдеров. Нет, кажется, не отбили. Нет, мы не отбивали еще по атаку рейдеров. Ошибаюсь, так. Ну хорошо, ладно, это не суть важно. Так, что у нас здесь получается? 24 металла. Нам надо сейчас выслать некоторых людей. А, он скажет, что кто-то уже есть на улице. Да, у нас есть чувак, который на улице бегает. Пусть он и... А, у него очков нету, ясно. Он отдыхает. А почему ты еще не скинул балласт лишний, я не понял. Алло. Ну ладно, черт с ним. Так, нам надо сейчас разобраться, друзья, вот с этим значком. То бишь, они грязные, да, типа, им надо что-то помыться. Но вроде бы все здания открыты, у нас только целая куча туалетов. Я понимаю, что нужно баню. И поэтому нам в первую очередь идти по бане. А баня у нас вообще где-то находится... Ну, скорее всего, будет в колонии, да? Так, межкомнатное, собственно, жилье, геометрические стенки, рабочие с отходами, нижний ремонт. Я не знаю, почему так далеко. Вот, да, у нас, ё-моё, как далеко. Это почти что в конце исследований, да? Ё-моё, это вообще пиздец. Ладно, тяжелый брезент, медсестры. Так, короче, мы пойдем сначала исследуем медсестр. Хорошо, они хоть добавили тоже, опять же, да, я не знаю, упоминал, не упоминал в этом прошлый раз, но добавили сейчас процесс исследования, да, о том, что мы говорили в прошлый раз. Так, ну иди узнай подробности, неинтересно нам подробности. Так, что у нас здесь, смотрим у нас, так, у нас переместить рабочую зону. У нас тут бетон есть. Так, здесь у нас тоже переместить рабочую зону, закончилось, да, все. Тут никаких у нас животных нету рядом, да? Зато есть здесь бетон. Что здесь тоже? Что у нас здесь? Там тут жуки какие-то, перевезли рабочую зону. Не будем пока что на них нападать. Нам надо туда отослать людей. Так, что здесь происходит? Есть какие-то жуки здесь? Вроде бы никого не вижу. Ладно, пусть это работает здесь. Да. Походу тут никого нет. Я же вроде бы, кажется, убил до всех. Это здесь только были где-то. Вот, да-да. Медведь, здесь такие нехорошие, нечистые силы. Там кабанчик, пластик, мусор. Окей, хорошо. Пока что будем здесь работать. Так, этот чувак у нас готов, да? Почему ты не сбросил? А, он будет сбрасывать, когда он выйдет, да? Я не понял, алло. Почему не сбросил? Ладно, разберемся потом. Так, у нас есть три больницы. У нас сразу сейчас откроется второй слот. Кажется, мне перелом. Ну, блядь, где лечить тогда, дружище? Ну, тоже это интерактивная тема, это тоже довольно-таки интересно. Так, ранение минус один, усталость минус три, не выспался 30. Блин, вы запарили, друзья, вот что за херня? Что у нас еще хотел? Что хотел сделать еще? А, чистота, да? Ну, как я могу с чистотой сейчас бороться, пацаны? У нас воды нету. То есть воды, а мам, ничего. Только отхожее место могу еще одно поставить. Но это тоже, опять же. Прогресс не остановить, однозначно, Лайла. Прогресс не остановить. Так, завершено. Так, значит, идем дальше, друзья. Образование. Крыши на порох. Так, медсестры, тяжелый брезент. Нам пока что в палатках живем, потому что пусть они учат. И потом межпространственные стенки построим и так далее и тому подобное. Так, с едой у нас сейчас пока что все нормально. Единственное то, что нам сейчас надо наладить производство с водой. С водой у нас, блин, какие-то, блин, косяки. Куда могут засунуть? Так, там еще добавим. Пусть он там будет. Так, у нас эти чувак готов. Так. Не понимаю, почему он не скинул свой груз. Это мне очень интересно.
Ну да ладно. Так, инструмент 46. У нас еще, что это у нас? Мастерская инструментов. Окей, а где у нас портной? А, портной здесь, окей. Значит, пока что мы их не будем тревожить, пусть они работают. 76 металла. Нам надо как начинать. Кстати говоря, сейчас после этого. А, уже изучили, да? После этого, знаете, друзья, исследование, где у нас. Вот что мне надо, бартер. Исследовать. Укрепленные ворота потом надо будет сделать еще. Мало ли что, на нас нападут еще какие-то бандиты, и довольно они жестокие. Ладно, у нас тут два специалиста есть, так что это не проблема. Мы с ними справимся, но все равно. Лучше, блин, греха подальше, говорится. Так, окей, работаем. Так, тут металл 33 еще. Так, это еще не откинулся, окей. Нет, а подожди. Блин, я не помню, в прошлый раз мы, кажется, открыли каких-то продавцов. Или какие-то города. Или ошибаюсь, скорее ошибаюсь. Это, наверное, путаю просто с предыдущей частью. Усталость, ранение, не удалось выспаться. Ну, выспаться не удалось, потому что у них нету межпространственных стенок, да? Так, окей. Тут собрать. Перейти в рабочую зону. Так. Так, здесь работает, все хорошо работает. Так, силы вернулись к Уильяму, давай. Уильям готов. Уильям. Ищи нам какое-нибудь поселение, что ли? Ну или тоже. Потому что мне казалось, что мы ж... Я как-то же нашел целое такое количество очков. Очень интересно. Подожди, надо сохраниться, блин. Странно, очень странно, потому что раньше я собрал же очки, я уже, я говорю, был открывшись несколько поселений, потому я говорю, что такой смущен молюсь, потому что они были. Куда они делись, вопрос. Перед тем, как я загружал игру, мне показалось, что у меня некорректное сохранение чего-то, да? И может быть это связано с этим делом, не знаю. Надеюсь, тут, блин, нас не за зопу не цапнет никто. Так, что ж с ягодами? Ага. В воротном прибыл маленький караван. Выйдите в ворот группу самых несчастных выживших. Впустить дедушку. Счастье плюс один колонист. Мы взяли какую-то дедушку к себе. Зачем? Джак, с инфекцией еще тем паче еще. Ну да ладно, черт с ним. Дополнительный работник будет. Единственное, я думаю, что они тоже ведут скоро такую вещь, как смерть от старости. Я так думаю, что они так они рано или поздно так они. А почему мы ничего не исследуем? Я не понял, какого хера? Так, ладно. А вообще игры, звук игры очень здесь я не понимаю. Я что-то не слышу звуки. Ладно, муж музыку-то я вырубил. Ладно, поделать это погромче чуть-чуть. Подтвердить. Ну, вот какие-то звуки появились. Специалист готов к кварте мира. Ну. Мне кажется, здесь было поселение. Потом мы отправим. Или здесь. Не помню точно, ну, почему. Я не знаю, что за лаг произошел, но тут было раньше. Я, кажется, два поселения нашел. Их было два. Окей, ладно. Так что с одеждой? 59, 44 инструмента, нормально. Пластмасса у нас 14, а вот с пластмассой у нас будет, блин.
Там потом можно пластмасс. А, вот. А он здесь добывает пластмассу, да? Так, здесь олененки бегают, хорошо, ладно, это черт с ним. Не страшно. А вот еще пластмасса, да? Пластик, мусор, да. Здесь металл, окей. Ту сторону мы тогда почистим еще. Да, чувак застрял где-то здесь. Надеюсь, что он не умрет. Или там просто так спит, скорее всего. Он просто так спит, наверное. Ладно. Что-то бартер так долго исследуется. Писец. 15 часов еще. Так, что-то всплыло. Что всплыло? Ладно. Не будем обращать на это внимание. Так, да, статистика, да, друзья. Как видите, да, смертей нет, которых пережили 4-6, прыгивших групп 6 осталось еще. Мне прошло 43, среднее здоровье 100%, вселение 40 человек, взрослых 33, 7 детей, с образованием 16, учащийся 0. Окей. У нас лекарственные косяки. Вот это мне надо будет, да, все-таки этого человека надо будет отослать обратно. Я этих двоих не буду ссылать. Во-первых, мне надо собрать сейчас специалистов, таких, которые будут с высоким уровнем атаки. В связи с тем, что на нас будут рейды налетать, да, и желательно, чтобы они могли нас защитить, да. Так, давай, иди сюда, скинь. Ну, наконец-то. Зашел. А мы тебя тогда отошлем. Ты кто? Разведчик. А ты у нас это был собиратель, да? Да, отправить на карту мира. Пошел на карту мира. Бартер исследован. Автоэкспедиция. Это тоже очень... А, вот почему я ничего не произошло. Я не нажал на ту кнопку перед этим. Значит, сейчас туда мы сейчас строим очень важное здание. Торговый центр. Я надеюсь, они в будущем это пофиксят еще и сделают чуть-чуть его попродвинутый. Так как... чтобы могли мы сюда добавлять больше людей, чем только двоих, да? Так, дружище, иди проверь, что здесь происходит. Так, бетон. Alright. Тут еще у нас мясо есть. Пора вымыться очень много, блин, процентов. 64 человека. Согласие плюс 39. Это плохо. Очень раздражает такая тема. И главное, что туалеты они-то не покрывают. Что мне там кучу туалетов надо застроить, я не понимаю. Штук 20, что ли? У нас тут раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь, девять. У нас 9 туалетов, блин. Ну что, мне надо еще что-нибудь кинуть куда-нибудь туалет, я не понимаю. Потому что это же ненормально вот такая тема. Ну ладно, давай попробуем еще раз. Ну это больше не имеет значения. Я тут столько туалетов настроил, смысл от этого. Ладно, давай его так построим. Раз. Два. Два. Окей, два. Вот сюда еще можно построить третий. Раз. Два. Три. Куча целых туалетов. Так, а сюда... Короче, они перерисовали, да? Да, они перерисовали наш рынок. Сейчас выглядит более к тому времени, потому что там был бетон, там был такой все мощное, короче. Здесь сейчас более-менее все перерисовали. Более реалистично сейчас выглядит, да? Не так, как это было, блин, такое бетонное здание просто, как будто это, не знаю, еще осталось, блин, с царских времен, блин. Окей, там два торговца, хорошо, пусть они там будут. Сейчас нам надо как-то... А, чувак готов. Нам надо найти хоть одно поселение. Не такими темпами, походу. Так, сейчас автоэкспедиция будет готова. Окей. Отхожее место у нас достаточно сейчас, по идее, должно быть, да? 32 сразу идет, и сходили все на... отложили свою нужду.
Так, а тут и радиационная болезнь захватила, алё. Чё за... О, наконец-то. Лаштон, проходит проверку клетки, нет, топчи. Ага, фермери, хорошо, отлично. Местные жители Свидания просто отгружают на искоренную почву все, что только можно себе представить. И пусть они излишне увлекаются безумными теориями о влиянии радиации на урожай, их сельскохозяйственный успех трудно отрицать. Если вы здесь в гостях, будьте осторожны. Местные очень соревнуются, блин, в своей... Ага. Так, торговля, давай, поторгуем с тобой, дружище. У нас, что ты предлагаешь? Семья капусты. Подтвердить 750, блю. А мы бетон тебе продадим, дружище. Надо еще будет 330 дать. У нас дичи, очень много дичи. Ну что можем еще торгануть? Мучные черви нам и нужны. У нас дичи очень много, давай дичь продадим. Дичь нормально идет. Отлично. Подтвердить. Закрыть. У нас будет семена капусты. Замечательно, это плохо, неплохо. У нас тут есть, что у нас есть? Экспедиция завершена. Укрепленные ворота сразу же исследуем их, потому что это довольно-таки важный аспект игры. Так, и потом мы уже здесь паяльные лампы. Это ремонт колонии. Мы потом пойдем на тяжелый брезент. Нет, вот мы пойдем сначала, вот, общественное жилье и потом эти все опоры. Я на это, конечно, тоже можно все выучить, но. Не, ну выучим, потому что 50 очков, 25 очков, это вообще копейки стоит. Мы потом выучим вот это дело. Жаль, что нельзя в очередь поставить-то. Я думаю, что они это пофиксят, и это будет все шикарно. Так, укрепленные ворота сейчас изучаются, это радует. Так, доски, так, надо смотреть, что у нас тут. Окей, они еще работают, работают отлично. Так, что у нас по этому? 32, лючевая болезнь 4. Плохо, это плохо. У нас, а что у нас есть? Антиродин есть какой-нибудь? Лекарства? Нет, нет, ничего нет. У нас даже йодных таблеток нету. Окей, ладно. Ну ладно, хоть 33. Вроде бы, наверное, как-то более помогает то, что мы построили побольше этих как бы, туалетов. Хорошо, что они используют еще воду, друзья. Я думаю, что это они в будущем поправят, они и туалеты, вот эти общественные, будут использовать воду. Не только вот, например, так пассивно, потому что, ну, камон. Не, ну это сухой туалет, а понятно, но не знаю. Например, в банях, да, например, там сейчас пока что используешь только доски, да. Это обычные доски, а трава. Я думаю, что они в будущем это исправят и добавят еще показатель воды туда. Потому что, ну, это логично, баня есть баня, да. Ты там моешься, ты там делаешь все свои дела. И там не так все просто, как кажется, да. То, что там... Нет, я не против этого, конечно. Я думал, что с этим улучшением будет просто полнейшая шляпа. Может, что такое, что не ломает игру. Не, ну, когда ты пока так, знаешь, поглубже войдешь в эту всю систему, ты понимаешь, что это все правильно делают разрабы. Не усложняют игру. Это же hardcore survival game, да, в конце концов. Там же написано даже в начале. Потому что я бы не был уверен, или на хардкор, или нет. На хардкор. И пока что хардкорного у нас ничего не было. Вот сейчас вот ввели новое обновление. Оно более такое интересное сейчас. Так, мы пойдем потом сюда проверим. Сюда и вот соберем потом очки и вернемся обратно домой. Так. Торговец, 118 за 15 бетона, 9 за это картошечки. Нет, нам надо, давайте. Так, что у нас с лекарством? Не, давайте сначала, конечно, принять предложение. Возьмем 6 аптечек. Лучше, нам у нас очков исследований хватает полностью. Мне главное сейчас, чтобы не приехали эти рейдеры, пока у нас нет улучшенных ворот. Потому что сейчас у нас тут 2 человека, а потом могут быть 4 человека. И это уже будет чуть получше. Большая груда собрана. Переместить рабочую зону. Сюда. Что здесь? Здесь работает, все работает, все работает. Я думаю, сейчас мы улучшим ворота и к нам подкатят пацаны. По-любому. Скрипт сработает, то что у нас... Мы уже хорошо развились, у нас есть укрепленные ворота и так далее и тому подобное. Ну, скорее, ну посмотрим, это так чисто мое подозрение в этом плане. Так, доски собраны.
переместить рабочую зону. Что здесь, пацаны, у вас? Тут есть медвежонок. Так, что у нас здесь? Давайте, значит, дружище, тебя тоже переправим где-нибудь сюда. Силы вернулись. Кому там силы вернулись? Алло. Райли. Это значит поставить, просто поставилец. То бишь наша, которая с нами живет здесь. Итак, укрепленные ворота готовы. Так, значит, что ли делаем следующее? Мы делаем колонию и общее жилье. Изучить. Блин. Надо нажать нижнюю, дружище, нижнюю кнопочку. Исследовать. Вот что надо нажать. Так, сюда мы берем еще человек. А, три человека, смотри. Было четыре раньше. Ну да ладно, как скажете, уважаемые. Так, аптечки. Окей, ладно. Не, значит, друзья, пойдем вот так. Вот так пойдем, да, вот так пойдем. Нам надо бы еще бы пару специалистов достать, еще было бы шикарно. Ягод новый нужен источник, ягодам. Это, наверное, просто одну ягоду собрали где-то. Вот еще здесь ягоды есть. Так, что здесь? Пластмасса 17,87. Здесь две пластмассы, окей. Нужны новые источники. Опять же 60%, блин. 60%, да 60 просто минусом, то, что они грязные. Вот сходите в туалет, что ли, я не понимаю, сделать. Прыгните в речку, я не понимаю, сделать здесь что-нибудь. Уничтожить. И нам надо построить здесь. Нет, это здесь. Вот так. Торговый каран прибыл. Значит, так, мы делаем, значит, друзья, делаем, мы сейчас делаем поле. Магнитная боль. Кто? Ты только глянь, кто нам прислал подарки. Ты жопа. Переместить рабочую зону. Так, переместить рабочую зону, давай сюда тогда. Пилорама. Для катастрофы, так, карта мира готова. Сейчас, так, опа, сюда. Дружище, ты иди. Не хватило тебе очков действия. Ах ты жопа. Сюда мы посадим капусту. Жилье. Так, так, комнаты. Исследовать. И сейчас мы делаем следующее. Так, это мы уничтожить. Уничтожить. Дома. Коммунальное жилье. Так, и знаете что, друзья, у меня идея такая влезла только что в голову. Надеюсь, что влезет она. Да, отлично. Раз. Два. Три. Дорогу. А сюда мы посадим пару, я не знаю, деревьев. Не знаю, что-то такое, да? Сюда. Даже может один факел поставим вот сюда. Факел один поставим. Ну и вот цветочек, колумбу какой-нибудь поставим. Вот так, будет шикардосина. Следующее, что я хочу сделать, опять же, хочу поставить еще один дом. У нас пока что рейсиков хватает на еще один дом. И я хочу снести палатки. Чтобы было все симметрично, мы сделаем так. Протянем дорогу сюда. Вот так. Сюда мы сдублируем то, что мы сделали для красоты. Это вот факел. И цветочек.
И сюда мы поставим туалетики, друзья. И это будет как-то более-менее цивилизованно выглядеть. Раз, два, три. Отлично. Замечательно. Дом 8 человек, 3 туалета на каждый дом. Нормально, будет окей. Это потом тоже мы все снесем. Так, у нас сейчас экстра дом появился. 20 досок. Так, стенные. Так, дальше мы фаянсовый друг использовать. Ага. Ага, лачуга. Давай фаянсового друга поставим. Туалеты пусть будут там. Они разгрузят нам сразу это дело все здесь. И может тогда не будут таким грязным выходить, да, оттуда. Что раз тут сходят в туалете погулять ходят. Так, у нас 790 очков. Окей. Работаем. Так, что у нас с инструментом? 41 инструмент еще. Так, закончено строение 7. Alright. Окей, окей, окей. Магнитная буря. Ну, нам сейчас магнитная буря как-то вообще до лампочки. Она больше бьет по электричеству. А так у нас электричества нету, нам она вообще... Был бы магнитная буря нон-стопом. Но здесь зато еще электричество вырубилось. Кстати. А, они заапгрейдились сами уже. Я уже начну отставить самому ворота. А, ну да, вот это еще может быть, да. Он бьет ток, да. Но дождь повреждает только электрические строения, так что, по идее, ничего не должен повреждать. Не, ну молния сама по себе повреждает все, что возможно, да. Но в данной игре, кажется, только сделали еще пока что только по электрическим этим. Опа. Вау. Перерисовали тоже эти, да, круто, круто. Мы потом его заберем и поедем дальше. Ох, это свечение интересное появилось. Он здесь подходит сюда, вот, свечение. Так, что у нас здесь? Боимся умереть, боится смерти. Кажется, ворот вечеринка. А, пусть повеселятся. Колонист 4 инфекции, счастье плюс 15, блядь. 4 инфекции сразу, хлыбейс. А, кстати говоря, почему у нас так много больниц работает, я не понимаю. Алло, пацаны, вы чё? Нам одной больницы должно, по идее, хватить сейчас. Надо второго сюда поставить, просто пусть будет быстрее, побыстрее это все происходить. Да, нормально. Так, окей, так, что дальше? Дальше там специализация готов к работе. Иди, дружище, открой карту. Потом заберешь фургон. Мне надо было, наверное, разведчика послать сюда-таки туда. Он у него на одно очко действий больше. Эй, пацаны, вы что так долго лечите чувака? Я не понимаю, алло. Вот, пошел процесс. Вот еще 3 человека на очереди стоят. Но у них же, блин, ежеминутно, секунда падает показатель жизни. Ага, все лечится. Отлично. Мне уже тут вот этот, как его. Это молния, сраная, я затрахал уже меня. То бишь это. Так, универсал. Семя пшеницы, бляха-муха. Это тоже нам нужно. Продадим рыбу им. Сто единиц. И продадим дичь. 100 единиц. И они нададут еще 197 фунтиков. Ой, 197 монет. Подтвердить. Замечательно. У нас будут самые основные ресурсы уже в старте игры. То, что в прошлый раз, я помню, мы пшеницу искали пол игры, походу. Пока ждали, пока не, ну, люди нам не принесут его. Выздоровела, молодец, умница.
Ну это уже, блин, магнитная боль уже 2 дня идет у нас, уже почти 3. Бойцы смерти, 40. Пора мы вымыться, 20. Вот уже, смотри, уже получше. Фаянсовый друг урубился, смотри, друзья. Окей, это закончилось. Мы сюда бы еще домов построили. Так, это мы, короче, уничтожить. И построим парочку до новых. Вот так, отлично. Потом это мы потом, конечно, исправим. Я хочу просто сюда дома еще поставить. Две штуки. Сколько у нас, блин, досок не хватает, ах ты ж жопа. Ладно. Но все равно поставим один дом пока что. Коммунальное жилье. И фаянсовых друзей поставим парочку. Ну таких вот. Да, вот так. Раз, два. Сюда мы сейчас дороги протащим. Я, конечно, надеюсь, что в будущем они, конечно, исправят вот эту систему. Ну, тоже не исправят это дело так, что мы сможем апгрейдить дома, нежели ставить новые сооружения. И вот так в этом плане, да. Потому что, ну, камон, везде вот такие игры, вот такие, которые градостроительные игры, они развиваются в плане того, что ты вот, например, начинаешь ставить дома, и да, я понимаю, надо переработать полностью весь всю площадку для распределения места под данные вот сооружения. Они должны как-то сделать универсальный размер, да, но я думаю, что это не проблема. Зато это в будущем, во-первых, улучшит потребление ресурсов, потому что я сейчас реально вот сношу, да, буду сносить, я реально использую ресурсы, которые мы могли реально сохранить, да. То бишь, дополнительная нагрузка идет на ресурсы. Так, это можем мы уничтожить, кстати говоря. Это разобрать. У нас, по идее, должно хватить домов, чтобы... Ой, блядь, пришла группа людей. Трое детей, трое взрослых. И лидер. Берем, конечно. Нам нужен лидер. Но у нас пока что места хватает, все нормально. Так, нам надо доски, нам, друзья, надо доски. Срочно нужны доски. Так, смотрим, что у нас. Высылаем еще одну подругу на улицу. Блин. Потом возьмем машину. Высылаем еще одну подругу. Кто ты такая? Собиратель. Ладно, ты идешь, отправляешься в мир иной. Ну, не в мир иной, а идешь по миру гулять. Нам нужно, как бы, возможно, скорее расширить наше поле, где мы находимся и что у нас вообще представляет себя здесь. Так, здесь у нас сколько? 3 человека, окей. 3 человека, плюс у нас 2 специалиста, плюс 5 человек у нас на защите нормальным. Пока что все хорошо. У нас сейчас с стрессами, конечно, проблематично, конечно, чуть-чуть. Но это ничего, у нас доски добудутся, только надо чуть подождать. Кстати, кто собирает доски? Пацаны, вы собираете доски? Ага, херес, вы собираете доски. Угу, а дальше уже негде, да, доски собирать? Ну, есть здесь, но, блин. Ладно. Посылаем специалистов воевать тогда. Так, стопэ, где там? Дружище, где специалисты? Так, куда я отправлял людей собирать доски? Да блин. Так, сюда. Идем. Так, один сюда. Ты тоже, дружище. Сюда. Очень много жуков здесь, блин.
А ты что, крысы? Ёпты. Ну, надеюсь. Давай, крыс, 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 валите. Нормально. Так, здесь пацаны какой-то. О, нет, нет, подождите, пацаны. Все, фу. Зачистили мы этих козлов. Ворот, что? Ворот выйдет, раз мы учили этого здесь морального костюма, она размывает камеру, где только кто. Камера мотор. Принесете монолог о славе, принесете монолог о чести. Сразу видно, что у бедняка поехали крыши. Что вы ему скажете? Плюс 5. Чудака, мудака, блять. Ладно, хер с ним. 5 этих ящиков получили, тоже неплохо. Ладно, силы вернулись ко мне, Мэдисон. Так, это кто так у нас здесь? Так, Мэдисон. Ибис. Да бляха, муха, муха, бляха. Ладно, ты бери машину. Едь сюда. Так, что у нас с досками? Досок у нас до сих пор еще нету, да? Что не хватает? Именно досок не хватает, да? Да, конечно, блин, что еще может не хватать нам? Так, нам надо... А, кстати, что мы зависли с изучением крыш на порох? Вот это все. Спиртовый уровень. Минус ремонту. Надо чуть-чуть, я совсем об этом забыл. Дорожные работы. Мощенная дорога. Окей. Главное, что фаянсовый друг изучен. Остальная херня. Так, с едой у нас пока что все хорошо. С торговлей у нас тоже пока что все отлично. Морковка. Здрасте. Я хочу морковку. А, нет, это не семена морковки, это просто морковка. Ладно, нечего делать здесь, нету, не, нету ничего интересного для нашего, для нашей колонии. Так, крыша на порох, так, эти охотные, отхожее место, а. Окей, замечательно. Ну чё, наша колония начинает приобретать какой-то более-менее цивилизованный вид. Так, с одеждой, что у нас? 53, инструмент 31, еще, ладно, пусть будет так. Что у нас получается по этому? Тут один металл остался. Ладно, сейчас. Женщина. Ладно, собирай уже. Угу, ясно. Закончить строение, отхожее место, отлично. Так, что я хотел сделать еще? А, изучение у нас на порох. Так, дальше что я хотел сделать?
закончу настроение. Мне надо что-то было еще сделать, не помню. Почему-нибудь изучить спиртовый уровень. Спиртовый уровень. Может, не надо сначала изучить? Ну давай изучим это сначала. Курсы первой помощи, пусть учат. Так, тут нет каких, блядь, бандюганов или там каких-то монстров, чтобы мы их пацанов не сожрали. Ясно, уничтожить. А где тут еще металл здесь был? Где-то видел металл еще был. Вот. Отлично. Так, тут еще, кажется, у нас был еще такое строение здесь было, да? А, тут еще 21 пластмасса, нормально. А, кстати, сколько тут людей вообще? Один человек, да? Да, один человек. Надо по производству тоже пробежаться, чтобы два человека было. Ну, еще, друзья, вот делаем так. Уничтожить. У нас один человек без дома остался, да? Ее тоже можно уничтожить. Два человека. А, ну 9. Ну сейчас 8. А, ну сейчас тоже можно убрать. Уничтожить. У вас будет материалы, друзья. Давайте. 8, 16 человек. И мы можем еще один дом построить потом. Ну, строите уже. О, красавчик, крестики не светит. Да, молодцы, умницы. Все. А раньше такого было очень долго, они занимались этим процессом. Ну, сейчас, по крайней мере, это все просто происходит. Так, значит, что делаем, друзья? Сейчас мы делаем так. Дом. Вот. Так. Здесь, опять же, тащим дорожку. И ставим фаянсовых друзей, подруг, блядь. Дам дом отхожий так. Раз, два, три. Потому что скоро, скорее всего, к нам придут опять же люди. Ну и все так, как обычно. Факел. Ну и какую-нибудь клумбу. Отлично. Зато мы избавились с паровым от... Ой, 36, хуй, избавились. Еще до сих пор, блин, не избавились. Ну ладно, черт с ним. Такс, хорошо, хорошо. Отлично. Мы развиваемся постепенечку. Мы развиваемся. Так, ладно, собираю уже туда ресики все. Ты, дружище, запрыгивай вов. Нет, автомобиль ты потом запрыгнешь. Да бляха-муха. Надо бы как второй найти этот. У нас еще осталось вот из этих домов избавиться, и будет все просто шикарно. Так, сюда же мы дома не сможем поставить, здесь с ядерными отходами здесь, ну а здесь мы можем еще парочку домов. А почему здесь еще не убрано? Ничего, алло, пацаны. Вот, ягодки. Отлично. Все просто шикарно. Так, что у нас здесь получается? Капуста. Значит, друзья, значит, построим еще одну ферму. Это не ферма, это еще одно поле. И еще раз положим сюда капусточку.
Потому что это мы, конечно, поля потом эти поменяем, поставим здесь большие поля. Опять я забыл про вот это изучение. Почему я не могу спиртовый уровень изучить? Вот где собака зарыта, ё-моё. Потому что вот же они все связаны, ешки-матрешки. Ладно, изучим это, 8 часов, не страшно. Специалисты готовы к работе. Ой, сорян. Не туда крафнул. Так, что у тебя еще здесь? Еще осталось что-то? 59 очков. Ладно, ты иди, короче, за фургоном. Фургон поедет сюда. Отлично, потом тут класс снимает здесь и будет все шикарно. Так, что у нас есть? Можно запускать инструменты. Ну, с инструментами, конечно, слабовато у нас пока что делать с инструментами, но ладно. Пшеница. Но у нас пока что пшеницы нет смысла ставить, потому что у нас нету мельницы. Единственное, то, что мы можем торговать потом ей, да. Кто там пришел к нашим воротам? Лика. Оу. Блин. 16 антибиотиков. 20 за... Не, возьму это. Докторша, спасибо тебе, докторша, за такие солидные подарки нам. Антибиотики, да хорошо, инфекция будет убита. Так, что у нас здесь? После хорошего отдыха, вот так, пора вымыться. Вот единственное, что пора вымыться, до сих пор еще, блин, парит мне мозг. Давай, брезент. Отлично, герметические швы исследовать. Потом спиртовый уровень. И потом я хочу по производству пробежаться. Так, где производство у нас? Что производство? Это монтировка. Команда собирателей. Вот. Прием лома и станция по переработке. Идет плюс одна рабочая ячейка. Отлично. А это нам будет изучить. Повторное использование. Оу. Воу. Вот что мне надо было сделать сначала. Е-мое. Ладно, это мы изучим, это не проблема. Так, что тебе здесь не хватает? Дров? Ой, досок, да, досок не хватает, как обычно. Так, последнее дерево срубаешь, да? Ну, потом туда сюда рубить. Так, производство. Исследовать 8 часов нормально. Боже ты мой. Нихуя себе, блин, там такой жестокий. Так, нам сюда надо двигаться, блин. Потому что здесь будет что-то интересное. Индустриальная постройка, значит, будет как-то, может быть, что-то интересненькое в этом районе. Так, собрал все дерево, да. Переместить рабочую зону вот сюда. Смотри, сколько тебе будет дерево что рубить. Вот так тебя поставим. Будешь рубить просто себе на здоровье. Осталось, не удалось выспаться, 8. Бетонная маленькая груда убрана. Так, перенести рабочую зону. Там крысы бегают какие-то. Надо специалистов поставить туда. Жаль, что не мог их выбрать в команде сразу, блин. Так, где они бегали? Ага. Где еще один? Опять я потерял, блядь, их.
Да что ж ты будешь делать? А, во-во-во-во-во, видишь, нашел. Пощёль! Стрелять по крысам. Чувак, ты что-то делай, стреляй. Окей-доки. Специалисты готовы, дружище. Ёбные таблетки, надо будет туда ехать, по Альбасу. Мучные червей забрали, окей, отлично. Пора вымыться, 136, ну ладно, тут уже более-менее как-то падает все дело. Так, опять я не выучил, забываю постоянно. Повторное использование, использую 12 часов, потом команда собирателей, команда, блядь, собирателей. Так, с седой у нас пока что все хорошо, давайте поторгуем с седой, друзья. Денежки заработаем, это хорошо. Торговля. У нас что, чего много у нас? Сою бобы, блин, они как-то странно много уходят, дрова. Дрова, друзья, мы можем, конечно, забрать все, блин. Дрова это хорошая вещь, подтвердить. А мы дадим им, например, у нас очень много волокна, например, мы дадим им, да? Вот, давайте 100 волокна дадим им. Ну и продадим еще мы чуть-чуть дичи, да, там мяско ему продадим еще. Столько, 100 единиц давай. Чтобы не портилось мяско, дадим ему мяско. Да блин. Ну еще можно что-то продать. Рыбки можно. Не, ну рыбка ставим. Рыбка пусть будет. Рыбка пусть будет, так. Ну, сколько они уже должны там. Стоимость предмета. 47. Репутация плюс 95. Отлично. Продадим. Подтвердить. Так, кто? Так, сюда рапторам отдадим. 95, отдадим мяско. Они дадут, что нам делать. 497. Отлично. Подтвердить. Закрываем. Закрываем. Отлично. Замечательно. Итак, усиленные ворота готовы, я хочу сейчас как-то добраться до крепости, блядь, где крепость, блин. Крепость, она будет в самом конце, блин, это довольно-таки до нее далеко добраться, исследование. А нет, друзья, недалеко, смотри. Потом мы изучим катастрофы и крепости, все. И у нас будет 4, у нас будет, мы уже будем более безопасны. Так что происходит? Почему ты такой недовольный? Усталость, хорошо сна. Ну, сейчас построится вот этот дом. А, я хочу напротив этого еще дома построить два штуки. И будет все чики-пуки. Но это уже когда мы более-менее наберем дров. Досок дров. Ну, типа, сейчас палатки у нас тоже улучшены, уже у них все нормально там должно быть. Коммунальное дерево завершено. Повторное использование перед специалистом мира. Так, хорошо, женщина, иди проверь, что здесь у нас находится. Давай хоть какое-то поселение. Поселение, бандюганы только там, а не поселение. Так, машину. Блин, как тебе далеко ехать. Так, сейчас у нас будет уже повторное исследование готово. Собирателей нам пока что, я думаю, сейчас не столь важно. Нам надо сейчас улучшенные ворота забувенить. Крепость. Крепость. Так, хоть так мощно звучит, крепость. Исследование. Прогноз катастроф. Исследование. Один день, 6 часов. Окей. Alright. Ну что ж, друзья. Мы чуть промотали вперед и смотрим, друзья, сейчас будет у нас крепость. Осталось совсем чуть-чуть времени, у нас пришла тем паче одна группа еще со специалистами. Плюс мы сейчас отправили разведывательный отряд, крепость изготовлена. И смотрим, что у нас получается. Да, получается у нас сейчас 4 ячейки для крепости.
Проще с ворота ГГ. Так, все здесь отлично. Исследовано. Ресурсы приехали. Инфекция есть. Так, колонисты с травмами. Кстати, надо открыть тогда второй госпиталь еще один. Раз, два. Чтобы это все происходило довольно быстро. Следующий, так, ну, сейчас у нас получается ворота мощные, видно уже, да, мощенные такие ворота. И тогда мы сейчас идем уже изучать. Кстати, что здесь осталось? Давайте тоже закончим изучение вот этой всей системы. А потом уже будем смотреть дальше, что да как можно все сделать, да? Потому что я исследовал, довольно-таки много очков потратил, да. Но на это нам еще хватит, так что вот такие дела, друзья. Я думаю, друзья, на этом мы сегодня с вами попрощаемся. Как видите, у нас колония развивается неплохо. Ни одной смерти пока что от этого не было. Пока что атаки рейдеров у нас тоже не было. Что у нас с настроением? Боится смерть, пора вымыться. Ну, единственное, то, что у нас идет это с баней проблемы, да. Станция по переработке построена. Сейчас быстренько сбегаем, потому что у нас пластмассу уже выбрали полностью, а тут одно место. Я буду уже изучать тогда улучшения, чтобы были по два человека на каждом, ну, собирающем ресурсы сооружения. Так что, друзья, если у вас есть какие-то комменты, советы по поводу игрушки, не стесняйтесь, оставляйте под этим видео комментарии ваши, друзья. Обязательно их прочту, на отвечу, если будут какие-то вопросы возникшие, да. Вот. И, конечно, если понравилось видео, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видосиках, друзья. А на сегодня с вами, друзья, прощаюсь. Всего вам доброго и пока-пока.